Сомнений нет, что в предстоящий День знаний школа в Гусарской Балладе распахнет свои двери для ребят. Готовность учебного заведения на 2200 мест составляет более 80%. Из ключевых больших объемов что еще не доделано? В части оснащения рисков не видим никаких. Понятно, постройки, где какие риски? Нет рисков постройки. Постройки, вот у нас благоустройство, это последняя зона осталась. К 10 июля приступим к полной асфальтировке. Образовательный кластер, в который войдут новая школа и детские сады на территории микрорайона, будет соответствовать всем современным требованиям. Администрация учреждения продумывает программу развития. Все новые директора по всей области, в том числе и по нашему объекту, они проходят своего рода такое тестирование, обучение, представляют учебные планы, предоставляют брендирование своих школ там, и так далее. Ну, вот Анна Николаевна нас тоже защищает на уровне сейчас. Сначала управления, потом области. То есть будет свое название здесь у школы, ну, соответственно, своя программа, своя какая-то изюминка в развитии. На финишном этапе стройки задействовано более 500 рабочих и 15 единиц техники. Сейчас они облицовывают фасад здания, выполняют внутреннюю отделку помещений и собирают мебель. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».